Итак, мы все же находимся здесь же, в Хорватии, на море. И заходим здесь, в такую прекрасную территорию с огромным бассейном. И для детей немножко здесь такие развлечения. Вот дельфинчик посидеть, сфотографироваться. Такая здесь должно быть наполнена водой для детей. Прекрасное место. Вот детский бассейник небольшой. Вот мелкий бассейник для детей. Это вид, замечательнейший вид на бескрайние морские просторы. Посмотрите, как ярко светит солнце. 5 января 2020 года, в воскресенье. Теплотища. И мы здесь показываем вам все эти прелести. А вот взрослый бассейн. Бассейн для взрослых. Набранная сейчас чистая вода. Даже не видно, что здесь вода. Все прозрачно, просвечивается. Камешки, клумба. Все замечательно. Здесь какая-то площадочка интересная. Не знаем для чего. Вон, пожалуйста, есть огромное количество лежаков. Вот, здесь детская площадка, здесь дети разминаются, а это бассейн для более старших детей, для взрослых. Вот такая замечательная территория с видом на море, где можно прекрасно воспользоваться и поразмять свои эмоции, также умиротвориться, успокоиться, вспомнить нашего Творца. И, конечно же, отдохнуть, восстановить свои физические силы. Ну все, мы идем на выход. Идем на выход, дорогие друзья. До следующих встреч на нашем канале. До следующего видео.